noche como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor que me da Manuela. Manuela, cada día, cada instante, mi ilusión más grande es verá Manuela. Solo vivo, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llevo a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Не знаю. Мне кажется, лучший способ помочь Фернандо – это разобраться во всем, что касается Исабель. Я хочу сказать, будет лучше, если он наконец-то поймет, что Исабель мертва, такова жизнь. Мы все это знаем, и Фернандо тоже знает, но ему нужна помощь. Вполне естественно, что Фернандо тяжело переживает смерть любимого человека. Разве нет? Да, я согласен с Сильвиной. Только время успокоит и излечит Фернандо. Тем не менее, можно попробовать помочь ему. Ну, хотя бы поговорить с ним. Если бы не эта женщина... Какая женщина? Бернардо, кто же еще? Бернардо? А какое отношение она имеет к Фернандо? Прямое. Она противится всему, что говорит Фернандо. Она мучает Фернандо. Она все время твердит, что Исабель жива. И хотя рассудок Фернандо отказывается верить в это, но его сердце... Не знаю, мне кажется, что в глубине души он верит, что Исабель жива. Хуже всего то, что он сам этого не сознает. Но если он сам не знает, то откуда ты можешь знать об этом? Потому что я уверена, Сильвина, что-то заставляет его верить, что она жива. Я знаю, ему иногда кажется, что Исабель находится где-то в другом месте. Я знаю Фернандо. Я вижу его лицо. Я наблюдаю за тем, как он себя ведет. Исабель? Мануэла? Где вы? В которую из вас я влюблен? Одно лицо и две души. Исабель и Мануэла. Где вы? Где? Yeah.
Милый, ты не думаешь, что тебе нужно отдохнуть? Боже мой, что ты ищешь на этой картине? Ответы, Тереса, ответы. Родной мой, на какие вопросы? На вопросы, которые звучат в моей голове. Это вопросы, на которые ответить могу только я сам. Ужасные вопросы, которые снова и снова напоминают мне о смятении. Боль, интрига, не знаю, чем еще. Интриги, смятение? Что происходит в твоей голове? Ты что, не можешь ясно рассуждать? Моя голова работает прекрасно, как всегда. Мой мозг хорошо приспособлен для математики, чисел, дел, но не для чувств. Ты не знаешь своих чувств, своей души, своего тела? Да, я думал, что знаю, но сейчас я понимаю, что в моей голове ужасная путаница. Я болен. Пойдем, пойдем, тебе надо отдохнуть. Утро вечера мудренее. Пойдем. Видишь, Исабель, он тоже знает, что ты жива. Он тоже знает, что ты живешь где-то. Он знает и чувствует это, как чувствую я. Он тоже знает и чувствует это. Знает и чувствует. Я говорил ему, что вы спите, сеньор, но вы же знаете этих людей из префектуры. Слушаю. Да, это Фернандо Салинас. Кто? А, это вы? Где нашли тело? Когда? Ночью. Где оно находится сейчас? Я немедленно еду в морг. Они обнаружили этой ночью в реке тело. Утверждают, что это Исабель. Нужно ее опознать. Я хочу поехать с вами, сеньор. Мне необходимо поехать с вами. Хорошо, выезжаем через 5 минут. Добрый день. Добрый день, сеньор Салинас. Где она? Идите за мной, сеньор Салинас. Только вы, сеньор. Сеньор, но я хотела бы... Пожалуйста, Бернардо. Сеньора, только родные. Они должны провести опознание. Родственники. Ради бога, вы же слышали? Одну минуту, пожалуйста. Сеньор Салинас, ваша жена была очень красива.
Если бы я был на вашем месте, я предпочел бы сохранить воспоминания о ее красоте. Что вы хотите сказать? Тело долгое время находилось в воде. Его било течением, оно было добычей рыб. Все это оставило свои следы. Тело изуродовано. Страшно изуродовано. Так что... Сеньор Салинас, когда поднимут простыню, вы не узнаете свою жену. Вы увидите лишь изуродованный труп. Как же я ее тогда познаю? Вы можете опознать вещи, которые были при ней. Вот они. Взгляните. Обручальное кольцо, которое я покупал к свадьбе. Ожерелье на ее день рождения. Там лежит Исабель. Исабель. Она действительно мертва. Нет. 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 Этого не может быть. Уведите ее отсюда. Я хочу видеть ее. Но посадите же хотя бы в машину. Я хочу Уведите. Видеть. Уведите. Я сочувствую вам, сеньор Салинас. Не напрягайся. Не напрягайся слишком сильно, дочка. Не делай этого, дорогая. Так, моя девочка. Да. Хорошо. Прекрасно. С каждым разом ты ходишь все лучше. Так, другой ногой. Еще шаг. Еще немного. Молодец, девочка. Прямо к столу. Давай. Хорошо, дочка. Еще шаг. Давай. Молодец, девочка. Да простит Господь все твои прегрешения, и предстанешь ты пред ликом Его. Да покоится с миром душа твоя в Царстве Небесном. Пусть память о тебе сохранится в сердцах тех, кто тебя любил, да примет Господь твою душу. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь.
Прощай, моя любовь. Ты будешь жить в моей памяти, Исабель. В моем сознании. Ты всегда будешь со мной. Всегда будешь в моей памяти. А кое-кто ответит за твою смерть. Это не ты, Исабель. Ты не умерла. Фернандо, как ты? Пойдем? Не сейчас. Я еще побуду с нами? Мне надо побыть одному. Пройтись. Подумать. Хорошо. Как хочешь. Жаль, что это был не праздник. Я же знаю, как тебя раздражают такие глупости, как, например, смерть. Пожалуйста, Тереза. Сеньора Бернардо, я обязан был прийти, чтобы выразить вам свои соболезнования, как и Виктор. Не стоило беспокоиться. Какое беспокойство? Дружба, длящаяся столько лет, обязывает меня быть рядом с вами в такую печальную минуту. Какая дружба между вами и мной? Именно, сеньора Бернардо, именно. Вы сказали горе? Да. О каком горе вы говорите, доктор Пинтес? Ну, смерть вашей дочери, уважаемой женщины, возвышенной, утонченной. Бедное дитя. Оставьте, доктор Пинтес, оставьте. Я не чувствую никакой боли. Я не испытываю горя. Но ваша любовь к Исабель... Моя любовь к Исабель сильнее, чем когда-либо. Клянусь, что я вас не понимаю. Я не знаю. Исабель не умерла.
Я не только не понимаю, но и начинаю беспокоиться за вас, сеньора Бернардо. Изабель жива. Она жива, доктор Пинтос. Ее только что похоронили. Это была не она. Но не думайте, что это мошенничество. Речь идет всего лишь об ошибках, которые совершают те, кто нас любит слишком сильно, чтобы узнать правду о любимых. И не смотрите на меня, как на сумасшедшую. Она жива, доктор. Она жива. Кто вам об этом сказал? Мне это подсказало мое сердце. Моя душа, мои чувства. Хорошо, понимаю. Она жива, доктор, жива. Еще что-нибудь, доктор Пинтос? Что бы ни случилось с вашей дочерью, я полностью нахожусь в вашем распоряжении по всем вопросам о завещании. Мы столько лет работали вместе, столько знаем друг о друге. Мы должны и дальше действовать сообща. А что касается завещания, то пока оставим этот вопрос. Пока не притупится боль утраты. Спасибо, доктор Пинтос. Возможно, вы понадобитесь мне, когда Изабель вернется. Смею надеяться, что буду нужен вам раньше. Сеньора, правда, не выглядит очень расстроенной. Эта женщина окончательно сошла с ума. Но все равно я ей понадоблюсь. Понимаю. С возрастом многие женщины теряют рассудок. Пойдем. Да, пожалуйста, я их подписал. Нет, это не тот контракт. Спасибо. Здравствуй. Как видишь, я очень занят. Да, вижу. Все в порядке? Тебе что-нибудь нужно? Нет, все прекрасно. Включая тебя. Похоже, что у тебя снова появилось желание и возможность заниматься делами. Это же хорошо, разве нет? Да, конечно. Но что я вижу? Кажется, ты не очень-то рад моему возрождению. Может быть... Мне несколько сложнее забыть о том, что Изабель умерла. Что ты этим хочешь сказать? Что благодаря смерти Изабель ты выглядишь так, будто освободился от многих препятствий и проблем. От какой-то помехи. Я бы хотел, чтобы ты пояснил свои слова, потому что, черт возьми, это достаточно серьезное оскорбление. Я хочу сказать, что благодаря смерти Изабель у тебя появилось много свободного времени, чтобы предаваться воспоминаниям о Риме. А какое тебе дело до Рима? До моих воспоминаний и моих дел? Для меня важна Изабель. Для меня имеет значение, что ее больше нет. Что ее больше нет для кого? Для тебя? Для меня. Изабель была больна, Фернандо. Она переживала из-за твоего бесплодия, и она была одна. Ты же в Риме увлекся похожей на нее молодой девушкой. Ты ни на одно мгновение не мог вынести ее болезнь. Тебя раздражали ее попытки сохранить ваш брак. Ты думал обо всех, кроме нее. Только твои желания, твои проблемы имели значение. Она была вынуждена терпеть тебя и твои недостатки. Ты даже собирался рассказать ей о своей любви к молодой девушке, похожей на Изабель. Для тебя это был способ снова пережить свою любовь.
А приходило ли тебе хоть раз в голову, что Исабель тебя не любила? Ты думал о таком варианте? И кого же она любила? Тебя? Ты играл роль страдающего влюбленного, которое хорошо тебе удавалось, пока Исабель болела. Ты заставлял ее проводить ночи с тобой, зная, что ей это неприятно. Зная, что она больна. И? Я вижу тебя насквозь. И у меня возникают вопросы. Может быть, ответишь? На какие вопросы тебе ответить? Ты никогда не задумывался, как мог произойти этот несчастный случай? Ночь? Болезнь? Тебе не приходило в голову покончить с Исабель? Я позволил тебе продолжать, лишь бы не вступать с тобой в словесную перепалку. Я хочу, чтобы ты, глупец, уразумел, что все твои чувства не составляют и десятой доли моих чувств к моей Исабель, того, что я чувствовал. Исабель! Одной десятой, слышишь ты? Какую Исабель ты имеешь в виду, больную и умершую, или ту, в Риме? Фернандо! Фернандо! Боже мой, что с тобой, Фернандо? Бог мой, что значит это безумство? Прошу вас, ребята. Мы говорили об Исабель. Наверное... Это нервы. Может быть, воспоминания. Я думаю, мне лучше уйти. Да, это не самый удачный момент. Иди, Эмилио. Иди. Я прошу тебя, Эмилио. Что случилось? О чем вы говорили? Об Исабель. И Эммануэле. И кое о чем другом. Sé que no debo interrumpirte, pero... Ay, no puedo evitarlo. ¿Pasa algo malo? No sé. ¿Cómo no sabes? ¿No sabes cuando algo es bueno o es malo? Ay, es que estoy todo el tiempo pensando en Gustavo, ¿puedes creer? ¿Y eso es bueno o es malo? Ay, no sé. No sé. No sé. Es que pienso y pienso y me dan ganas de irme a Buenos Aires. De escaparme a Buenos Aires, sin que lo sepa tía Mercedes, sin que lo sepa nadie. Agarro mi valija y chao, me fui. Mariana sería capaz de hacerlo. Tú no fuiste capaz. Pero fue distinto. Oh. Quiero decir, ¿no hiciste cosas importantes por amor a alguien? Sí. ¿Ves? Yo por amor a Gustavo soy capaz de huir a Buenos Aires. Contra todos. Igual que tú. Hola, papá. Hola. ¿Trabajaste? Sí. Eso es bueno, hijo. Si quieres lograr todo lo que sueñas, se me ocurre que tendrás que trabajar muy duro y mucho. Seré el primero en ayudarte. No voy a estar por unos días. Dos o tres, creo. ¿Pero vas con tu patrón? ¿Tienes que llevarlo a algún lado? No, no. Me voy a Cañada Seca. Tengo que verla. Me voy a Cañada Seca porque necesito encontrarme con ella. Decirle toda la verdad.
que la quiero. Decirle que soy esto. Y pedirle perdón por tantas mentiras. La quieres tanto que correrás el riesgo de perderla. Sí, papá. La amo tanto. Por eso me voy a Cañada Seca. ¿Cuándo? Mañana mismo, a primera hora. Mariana, tal vez yo no te pueda dar muchos consejos. Pero tal vez con lo que a mí me pasó, yo te ayude a pensar. Pero cuando una ama así, no es legítimo hacer cualquier cosa por ese amor. Tal vez. ¿Cómo tal vez? Tú no te entregaste, no entregaste tu vida, tu cuerpo. No dejaste de escuchar los consejos de los demás y saliste corriendo tras ese hombre que decía yo te amo y a quien amabas. Sí, sí, fue así. Y por eso mismo, porque yo luego regresé, pero regresé llorando. Y sigo llorando por ese amor. Porque no estará conmigo, porque nunca lo tendré. Porque no funcionó. Porque de nada vale entregarse, no vale de nada. Cuando uno está enamorada, los demás no escuchan esas voces. Esas voces que te dicen, entrégate, entrégate a él, porque cuando te entregues, él va a estar contigo. Pero lucha, lucha por ese amor, lucha por él. ¿Para qué? De nada sirvió. De nada sirvió entregarse. El amor no es como una fantasía que uno piensa que se hará realidad. Es algo más fuerte. Pero no sirve entregarse así. Así no sirve el amor. Soñar siempre sirve. Siempre es bueno. Salir corriendo tras los sueños es algo maravilloso que solo los que saben soñar logran. Yo sé soñar, Mariana, pero no así. Porque yo estoy sufriendo. Es un riesgo. Vale la pena correrlo. A lo mejor es como tú dices y la vida se convierte en una historia estúpida, aburrida, igual a todas. Pero también es posible que un día se abra la puerta y aparezca Fernando. No. Y te diga, ven conmigo, Manuela, ven. Yo te amo. Solo vivo para ti. Y entonces ese sueño convierta la realidad en algo más maravilloso que todo esto, que toda esta pena, esta precaución. Es lindo que pienses así. Pero nunca, nunca se abrirá esa puerta. Ni estará él. Manuela, piensa mucho en Fernando, piensa mucho. Que donde quiera que esté, él te va a escuchar. Si de verdad te ama, él te va a escuchar. Él va a saber qué estás pensando en él. Ay, Mariana, me estoy muriendo por dentro. No digas eso. No digas eso. Es fuerte. Un amore grande così, oh,
Isabel desde la muerte, Manuela desde la vida. O el whisky. El whisky que transforma mis deseos en voces. Fernando, ¿vendrás algún día? ¿Dónde estás? ¿Falta mucho para el tren que va a Buenos Aires? Calculé media hora. Y del andén de enfrente. Gracias. Tiene por qué. ¡Mariana! 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 Oh. Mi amor, mi amor. Casi te pierdo, Dios mío. Pero una voz que me decía... Vuelve sobre tus pasos, vuelve sobre tus pasos. Era mi voz, era mi corazón que te nombraba, que decía tu nombre sin poder parar, como los latidos, como la respiración. Problemas. Me viene bárbaro eso. Pesadillas, ¿eh? Decisiones. O por lo menos, intentos de decisiones. ¿Decisiones? Uh-huh. Bueno, espero que sean decisiones con respecto a la empresa. No. Son decisiones con respecto... a mí. Uh-huh. 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 ¿Y qué tipo de decisiones con respecto a ti has tomado? Bueno, me di cuenta que... que tenía que buscarla. Sí, que tenía que... ir y encontrar a Manuela. No me pongas esa cara. Manuela, ese sueño que nunca concreté, tengo que ir a buscarla. Manuela, mi Manuela de Roma. Quiero buscarla. Bueno, muy bien, muy bien. No me parece mal. Me parece que si eso... corresponde a sentimientos saludables, estás haciendo lo que corresponde, ¿eh? Bien. Está muy bien. Ahora, la verdad es que me gustaría conocer a esta muchacha, Manuela. Te sorprenderías aún más que yo. ¿Ah?
Ajá. Bueno, muy bien, parece que le ha pegado fuerte, amigo mío, esta muchacha. Es Isabel. Ah, no, no, perdón, perdón, no, 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 no entiendo nada. ¿Cómo? Isabel, es Isabel, es Manuela. Uh-huh. ¿En quién pensabas anoche cuando no podías dormir? En las dos. Pensaba en las dos. Pensaba en Isabel. Pensaba en Manuela. Es lo mismo, pensaba en las dos. Pero sos muy loco, Fernando. Para ti, Antonio, es loco, para mí no. Pensaba muchísimo en Isabel. Ahora pienso muchísimo en Manuela. Y así como quise tener a Isabel siempre a mi lado, hoy quiero tener a Manuela a mi lado. Para siempre. Más grande será Manuela.
vivo, solo vivo. Solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llevo a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da. Не знаю. Мне кажется, лучший способ помочь Фернандо – это разобраться во всем, что касается Исабель. Я хочу сказать, будет лучше, если он наконец-то поймет, что Исабель мертва, такова жизнь. Мы все это знаем, и Фернандо тоже знает, но ему нужна помощь. Вполне естественно, что Фернандо тяжело переживает смерть любимого человека. Разве нет? Да, я согласен с Сильвиной. Только время успокоит и излечит Фернандо. Тем не менее, можно попробовать помочь ему. Ну, хотя бы поговорить с ним. Если бы не эта женщина... Какая женщина? Бернардо, кто же еще? Бернардо? А какое отношение она имеет к Фернандо? Прямое. Она противится всему, что говорит Фернандо. Она мучает Фернандо. Она все время твердит, что Исабель жива. И хотя рассудок Фернандо отказывается верить в это, но его сердце... Не знаю, мне кажется, что в глубине души он верит, что Исабель жива. Хуже всего то, что он сам этого не сознает. Но если он сам не знает, то откуда ты можешь знать об этом? Потому что я уверена, Сильвина, что-то заставляет его верить, что она жива. Я знаю, ему иногда кажется, что Исабель находится где-то в другом месте. Я знаю Фернандо. Я вижу его лицо. Я наблюдаю за тем, как он себя ведет. Исабель? Мануэла? Где вы? В которую из вас я влюблен? Одно лицо и две души. Исабель и Мануэла. Где вы? Где? Милый, ты не думаешь, что тебе нужно отдохнуть? Боже мой, что ты ищешь на этой картине? Ответы, Тереса, ответы. Родной мой, на какие вопросы? На вопросы, которые звучат в моей голове. Это вопросы, на которые ответить могу только я сам. Ужасные вопросы, которые снова и снова напоминают мне о смятении, боли, интриги. Не знаю, чем еще. Интриги, смятение? Что происходит в твоей голове? Ты что, не можешь ясно рассуждать? Моя голова работает прекрасно, как всегда. Мой мозг хорошо приспособлен для математики, чисел, дел, но не для чувств. Ты не знаешь своих чувств, своей души, своего тела? Да, я думал, что знаю, но сейчас я понимаю, что в моей голове ужасная путаница. Я болен. Пойдем, пойдем, тебе надо отдохнуть. Утро вечера мудренее. Пойдем.
Видишь, Изабель? Он тоже знает, что ты жива. Он тоже знает, что ты живешь где-то. Он знает и чувствует это, как чувствую я. Он тоже знает и чувствует это. Знает и чувствует. Говорил ему, что вы спите, сеньор, но вы же знаете этих людей из префектуры. Слушаю. Да, это Фернандо Салинас. Кто? А, это вы? Где нашли тело? Когда? Ночью. Где оно находится сейчас? Я немедленно еду в морг. Они обнаружили этой ночью в реке тело. Утверждают, что это Изабель. Нужно ее опознать. Я хочу поехать с вами, сеньор. Мне необходимо поехать с вами. Хорошо, выезжаем через 5 минут. Добрый день. Добрый день, сеньор Салинас. Где она? Идите за мной, сеньор Салинас. Только вы, сеньор. Сеньор, но я хотела бы... Пожалуйста, Бернардо. Сеньора, только родные. Они должны провести опознание. Родственники. Ради бога, вы же слышали... Одну минуту, пожалуйста. Сеньор Салинас, ваша жена была очень красива. Если бы я был на вашем месте, я предпочел бы сохранить воспоминания о ее красоте. Что вы хотите сказать? Тело... Долгое время находилось в воде. Его било течением, оно было добычей рыб. Все это оставило свои следы. Тело изуродовано. Страшно изуродовано. Так что... Сеньор Салинас... Когда поднимут простыню, вы не узнаете свою жену. Вы увидите лишь изуродованный труп. Как же я ее тогда познаю? Вы можете опознать вещи, которые были при ней. Вот они. Взгляните.
Обручальное кольцо, которое я покупал к свадьбе. Ожерелье на ее день рождения. Там лежит Исабель. Исабель. Она действительно мертва. Нет. 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 Этого не может быть. Уведите ее отсюда. Я хочу видеть ее. Но посадите же хотя бы в машину. Я хочу видеть. Уведите. Сочувствую вам, сеньор Салинос. Не напрягайся. Не напрягайся слишком сильно, дочка. Не делай этого, дорогая. Так, моя девочка. Да. Хорошо. Прекрасно. С каждым разом ты ходишь все лучше. Так, другой ногой. Еще шаг. Еще немного. Молодец, девочка. Прямо к столу. Давай. Хорошо, дочка. Еще шаг. Давай. Молодец, девочка. Да простит Господь все твои прегрешения, и предстанешь ты пред ликом Его. Да покоится с миром душа твоя в Царстве Небесном. Пусть память о тебе сохранится в сердцах тех, кто тебя любил, да примет Господь твою душу. Женщина окончательно сошла с ума. Но все равно я ей понадоблюсь. Понимаю. С возрастом многие женщины теряют рассудок. Пойдем. Да, пожалуйста, я их подписал. Нет, это не тот контракт. Спасибо. Здравствуй. Как видишь, я очень занят. Да, вижу. Все в порядке? Тебе что-нибудь нужно? Нет, все прекрасно. Включая и тебя. Похоже, что у тебя снова появилось желание и возможность заниматься делами. Это же хорошо, разве нет? Да, конечно. Но что я вижу? Кажется, ты не очень-то рад моему возрождению. Может быть, мне несколько сложнее забыть о том, что Исабель умерла. Что ты этим хочешь сказать? Что благодаря смерти Исабель ты выглядишь так, будто освободился от многих препятствий и проблем. От какой-то помехи. Я бы хотел, чтобы ты пояснил свои слова, потому что, черт возьми, это достаточно серьезное оскорбление. Я хочу сказать, что благодаря смерти Исабель у тебя появилось много свободного времени, чтобы предаваться воспоминаниям о Риме. А какое тебе дело до Рима? До моих воспоминаний и моих дел? Для меня важна Исабель. Для меня имеет значение, что ее больше нет. Что ее больше нет для кого?
Для тебя? Для меня. Изабель была больна, Фернандо. Она переживала из-за твоего бесплодия, и она была одна. Ты же время увлекся похожей на нее молодой девушкой. Ты ни на одно мгновение не мог вынести ее болезнь. Тебя раздражали ее попытки сохранить ваш брак. Ты думал обо всех, кроме нее. Только твои желания, твои проблемы имели значение. Она была вынуждена терпеть тебя и твои недостатки. Ты даже собирался рассказать ей о своей любви к молодой девушке, похожей на Исабель. Для тебя это был способ снова пережить свою любовь. А приходило ли тебе хоть раз в голову, что Исабель тебя не любила? Ты думал о таком варианте? И кого же она любила? Тебя? Ты играл роль страдающего влюбленного, которое хорошо тебе удавалось, пока Исабель болела. Ты заставлял ее проводить ночи с тобой, зная, что ей это неприятно. Зная, что она больна. И? Я вижу тебя насквозь. И у меня возникают вопросы. Может быть, ответишь? На какие вопросы тебе ответить? Ты никогда не задумывался, как мог произойти этот несчастный случай? Ночь? Болезнь? Тебе не приходило в голову покончить с Исабель? Я позволил тебе продолжать, лишь бы не вступать с тобой в словесную перепалку. Я хочу, чтобы ты, глупец, уразумел, что все твои чувства не составляют и десятой доли моих чувств к моей Исабель, того, что я чувствовал к Исабель. Одной десятой, слышишь ты? Какую Исабель ты имеешь в виду, больную и умершую, или ту, в Риме? Фернандо! Фернандо! Боже мой, что с тобой, Фернандо? Бог мой, что значит это безумство? Прошу вас, ребята. Мы говорили об Исабель. Наверное... Это нервы. Может быть, воспоминания. Я думаю, мне лучше уйти. Да, это не самый удачный момент. Иди, Эмилио. Иди. Я прошу тебя, Эмилио. Что случилось? О чем вы говорили? Об Исабель. И Эммануэле. И кое о чем другом. Sé que no debo interrumpirte, pero... Ay, no puedo evitarlo. ¿Pasa algo malo? No sé. ¿Tú cómo no sabes? ¿No sabes cuando algo es bueno o es malo? Ay, es que estoy todo el tiempo pensando en Gustavo. ¿Puedes creer? ¿Y eso es bueno o es malo? Ay, no sé. No sé. No sé. Es que pienso y pienso y me dan ganas de irme a Buenos Aires. De escaparme a Buenos Aires, sin que lo sepa tía Mercedes, sin que lo sepa nadie. Agarro mi valija y chao, me fui. Mariana, ¿serías capaz de hacerlo? Tú no fuiste capaz. Pero fue distinto. Oh. Quiero decir, ¿no hiciste cosas importantes por amor a alguien? Sí. ¿Ves? Yo por amor a Gustavo soy capaz de huir a Buenos Aires. Contra todos. Igual que tú. Hola, papá. Hola.
¿Trabajaste? Sí. Eso es bueno, hijo. Si quieres lograr todo lo que sueñas, se me ocurre que tendrás que trabajar muy duro y mucho. Seré el primero en ayudarte. No voy a estar por unos días. Dos o tres, creo. ¿Pero vas con tu patrón? ¿Tienes que llevarlo a algún lado? No, no. Me voy a Cañada Seca. Tengo que verla. Me voy a Cañada Seca porque necesito encontrarme con ella. Decirle toda la verdad. Que la quiero. Decirle que soy esto. Y pedirle perdón por tantas mentiras. La quieres tanto que correrás el riesgo de perderla. Sí, papá. La amo tanto. Por eso me voy a Cañada Seca. ¿Cuándo? Mañana mismo, a primera hora. Mariana, tal vez yo no te pueda dar muchos consejos. Pero tal vez con lo que a mí me pasó, yo te ayude a pensar. Pero cuando una ama así, ¿no es legítimo hacer cualquier cosa por ese amor? Tal vez. ¿Cómo tal vez? Tú no te entregaste, no entregaste tu vida, tu cuerpo. No dejaste de escuchar los consejos de los demás y saliste corriendo tras ese hombre que decía yo te amo y a quien amabas. ¿Sí? Sí, fue así. Y por eso mismo. Porque yo luego regresé. Pero regresé llorando. Y sigo llorando por ese amor. Porque no estará conmigo, porque nunca lo tendré. Porque no funcionó. Porque de nada vale entregarse, no vale de nada. Cuando uno está enamorada, los demás no escuchan esas voces. Esas voces que te dicen, entrégate, entrégate a él, porque cuando te entregues, él va a estar contigo. Pero lucha, lucha por ese amor, lucha por él. ¿Para qué? De nada sirvió. De nada sirvió entregarse. El amor no es como una fantasía que uno piensa que se hará realidad. Es algo más fuerte. Pero no sirve entregarse así. Así no sirve el amor. Soñar siempre sirve. Siempre es bueno. Salir corriendo tras los sueños es algo maravilloso. Que solo los que saben soñar logran. Yo sé soñar, Mariana. Pero no así. Porque yo estoy sufriendo. Es un riesgo. Vale la pena correrlo. A lo mejor es como tú dices y la vida se convierte en una historia estúpida, aburrida, igual a todas. Pero también es posible que un día se abra la puerta y aparezca Fernando. No. Y te diga, ven conmigo, Manuela, ven. Yo te amo. Solo vivo para ti. Y entonces ese sueño convierta la realidad en algo más maravilloso que todo esto, que toda esta pena, esta precaución. Es lindo que pienses así. Pero nunca, nunca se abrirá esa puerta. Ni estará él. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Piensa mucho, Fernando. Piensa mucho. Que donde quiera que esté, él te va a escuchar. Si de verdad te ama, él te va a escuchar. Él va a saber qué estás pensando en él. Mariana, me estoy muriendo por dentro. No digas eso. No digas eso. Sé fuerte. ¿Quién? Un amor grande, così. Isabel desde la muerte, Manuela desde la vida. O el whisky. El whisky que transforma mis deseos en goces. Questi occhi grandi che hai, perdoneranno. Se han pensato un poco anche a me. Arrancio! Fernando, ¿vendrás algún día? ¿Dónde estás? Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Ты будешь жить в моей памяти, Исабель, в моем сознании. Ты всегда будешь со мной. Всегда будешь в моей памяти. А кое-кто ответит за твою смерть. Это не ты, Исабель. Ты не умерла. Фернандо, как ты? Пойдем? Не сейчас. Я еще побуду здесь. Thank you.
С нами? Мне надо побыть одному. Пройтись. Подумать. Хорошо. Как хочешь. Жаль, что это был не праздник. Я же знаю, как тебя раздражают такие глупости, как, например, смерть. Пожалуйста, Тереза. Сеньора Бернардо, я обязан был прийти, чтобы выразить вам свои соболезнования, как и Виктор. Не стоило беспокоиться. Какое беспокойство? Дружба, длящаяся столько лет, обязывает меня быть рядом с вами в такую печальную минуту. Какая дружба между вами и мной? Именно, сеньора Бернардо, именно. Вы сказали горе? Да. О каком горе вы говорите, доктор Пинтес? Ну, смерть вашей дочери, уважаемой женщины, возвышенной, утонченной. Бедное дитя. Оставьте, доктор Пинтес, оставьте. Я не чувствую никакой боли. Я не испытываю горя. Но ваша любовь к Исабель... Моя любовь к Исабель сильнее, чем когда-либо. Клянусь, что я вас не понимаю. Я не знаю. Исабель не умерла. Я не только не понимаю, но и начинаю беспокоиться за вас, сеньора Бернардо. Исабель жива. Она жива, доктор Пинтес. Ее только что похоронили. Это была не она. Но не думайте, что это мошенничество. Речь идет всего лишь об ошибках, которые совершают те, кто нас любит слишком сильно, чтобы узнать правду о любимых. И не смотрите на меня, как на сумасшедшую. Она жива, доктор. Она жива. Кто вам об этом сказал? Мне это подсказало мое сердце, моя душа, мои чувства. Хорошо, понимаю, понимаю. Она жива, доктор, жива. Еще что-нибудь, доктор Пинтес? Что бы ни случилось с вашей дочерью, я полностью нахожусь в вашем распоряжении по всем вопросам о завещании. Мы столько лет работали вместе, столько знаем друг о друге. Мы должны и дальше действовать сообща. А что касается завещания, то пока оставим этот вопрос. Пока не притупится боль утраты. Спасибо, доктор Пинтес. Возможно, вы понадобитесь мне, когда Исабель вернется. Смею надеяться, что буду нужен вам раньше. Сеньора, правда, не выглядит очень расстроенной. Это же...
como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es verá Manuela. Solo vivo, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llevo a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Не знаю. Мне кажется, лучший способ помочь Фернандо – это разобраться во всем, что касается Исабель. Я хочу сказать, будет лучше, если он наконец-то поймет, что Исабель мертва, такова жизнь. Мы все это знаем, и Фернандо тоже знает, но ему нужна помощь. Вполне естественно, что Фернандо тяжело переживает смерть любимого человека. Разве нет? Да, я согласен с Сильвиной. Только время успокоит и излечит Фернандо. Тем не менее, можно попробовать помочь ему. Ну, хотя бы поговорить с ним. Если бы не эта женщина... Какая женщина? Бернардо, кто же еще? Бернардо? А какое отношение она имеет к Фернандо? Прямое. Она противится всему, что говорит Фернандо. Она мучает Фернандо. Она все время твердит, что Исабель жива. И хотя рассудок Фернандо отказывается верить в это, но его сердце... Не знаю, мне кажется, что в глубине души он верит, что Исабель жива. Хуже всего то, что он сам этого не сознает. Но если он сам не знает, то откуда ты можешь знать об этом? Потому что я уверена, Сильвина, что-то заставляет его верить, что она жива. Я знаю, ему иногда кажется, что Исабель находится где-то в другом месте. Я знаю Фернандо. Я вижу его лицо. Я наблюдаю за тем, как он себя ведет. Исабель? Мануэла? Где вы? В которую из вас я влюблен? Одно лицо и две души. Исабель и Мануэла. Где вы? Где? Yeah.
Милый, ты не думаешь, что тебе нужно отдохнуть? Боже мой, что ты ищешь на этой картине? Ответы, Тереса, ответы. Родной мой, на какие вопросы? На вопросы, которые звучат в моей голове. Это вопросы, на которые ответить могу только я сам. Ужасные вопросы, которые снова и снова напоминают мне о смятении. Боль, интрига, не знаю, чем еще. Интриги, смятение? Что происходит в твоей голове? Ты что, не можешь ясно рассуждать? Моя голова работает прекрасно, как всегда. Мой мозг хорошо приспособлен для математики, чисел, дел, но не для чувств. Ты не знаешь своих чувств, своей души, своего тела? Да, я думал, что знаю, но сейчас я понимаю, что в моей голове ужасная путаница. Я болен. Пойдем, пойдем, тебе надо отдохнуть. Утро вечера мудренее. Пойдем. Видишь, Исабель, он тоже знает, что ты жива. Он тоже знает, что ты живешь где-то. Он знает и чувствует это, как чувствую я. Он тоже знает и чувствует это. Знает и чувствует. Говорил ему, что вы спите, сеньор, но вы же знаете этих людей из префектуры. Слушаю. Да, это Фернандо Салинас. Кто? А, это вы? Где нашли тело? Когда? Ночью. Где оно находится сейчас? Я немедленно еду в морг. Они обнаружили этой ночью в реке тело. Утверждают, что это Исабель. Нужно ее опознать. Я хочу поехать с вами, сеньор. Мне необходимо поехать с вами. Хорошо, выезжаем через 5 минут. Добрый день. Добрый день, сеньор Салинас. Где она? Идите за мной, сеньор Салинас. Только вы, сеньор. Сеньор, но я хотела бы... Пожалуйста, Бернардо. Сеньора, только родные. Они должны провести опознание. Родственники. Ради бога, вы же слышали... Одну минуту, пожалуйста. Сеньор Салинас, ваша жена была очень красива.
Если бы я был на вашем месте, я предпочел бы сохранить воспоминания о ее красоте. Что вы хотите сказать? Тело долгое время находилось в воде. Его било течением, оно было добычей рыб. Все это оставило свои следы. Тело изуродовано. Страшно изуродовано. Так что... Сеньор Салинас, когда поднимут простыню, вы не узнаете свою жену. Вы увидите лишь изуродованный труп. Как же я ее тогда познаю? Вы можете опознать вещи, которые были при ней. Вот они. Взгляните. Обручальное кольцо, которое я покупал к свадьбе. Ожерелье на ее день рождения. Там лежит Исабель. Исабель. Она действительно мертва. Нет. 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 Этого не может быть. Уведите ее отсюда. Я хочу видеть ее. Но посадите же хотя бы в машину. Я хочу Уведите. Видеть. Уведите. Я сочувствую вам, сеньор Салинас. Не напрягайся. Не напрягайся слишком сильно, дочка. Не делай этого, дорогая. Так, моя девочка. Да. Хорошо. Прекрасно. С каждым разом ты ходишь все лучше. Так, другой ногой. Еще шаг. Еще немного. Молодец, девочка. Прямо к столу. Давай. Хорошо, дочка. Еще шаг. Давай. Молодец, девочка. Да простит Господь все твои прегрешения, и предстанешь ты пред ликом Его. Да покоится с миром душа твоя в Царстве Небесном. Пусть память о тебе сохранится в сердцах тех, кто тебя любил, да примет Господь твою душу. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь.
Adiós, прощай, мой amor. Моя любовь. Vivirás ты будешь Isabel. Жить в моей памяти, Изабель. В моем сознании. Ты всегда будешь со мной. Всегда будешь в моей памяти. А кое-кто...